Здравствуйте, меня зовут Екатерина Голдина. Вы смотрите программу «Афиша» на телеканале «Самара ГИС». Как провести выходные в Самаре, узнаем прямо сейчас. Театр «Камерная сцена» приглашает зрителей на свои постановки. В субботу, 21 октября, покажут комедию в одном действии «Не сошлись характерами» по пьесе Александра Островского. В центре сюжета обнищавшие дворяне с говорящей фамилией Прежневы, которые пытаются сохранить свое богатство не самым честным образом и в итоге сами оказываются обманутыми. В постановке много музыки, танцев и театральных шуток. В воскресенье состоится спектакль «Илья и Маргарита». Это короткая история встречи двух людей, которая перевернула их жизни. Театр обозначил жанр пьесы как лирическая комедия. Начало спектаклей в 18:00. Провести насыщенный день с детьми можно в эту субботу в Центральной городской детской библиотеке. В 16:00 начнет работу киноклуб «Дельта». Там с детьми от 6 лет поговорят о мире кино, почитают отрывки экранизированных произведений, пройдут тест на знание знаменитых кинокартин, посмотрят короткометражный фильм и снимут свой. Или можно отправиться на литературную программу «Почитаем, поиграем». Там юных читателей ждут литературные загадки, командные игры, мультфильм и творческое занятие. Осень уже перешагнула через свой экватор, а значит, к нам потихоньку начинает подкрадываться Новый год. В детской картинной галерее предлагают начать подготовку уже сейчас и приглашают посетить мастер-класс по созданию елочной игрушки из ваты. Под руководством художника вы изучите весь процесс создания – каркас, обмотка, сушка и роспись. Вы сами выберете, какую игрушку создать, и сможете унести с собой уникальное украшение ручной работы. 22 октября, начало в 10:00. Подробности можно узнать в группе детской картинной галереи ВКонтакте. В Самаре пройдет 10-й юбилейный благотворительный фестиваль «Друг человека», на котором животные из приютов находят своих хозяев. За все время существования фестиваля свой дом и семью обрели более 1000 питомцев. В этот раз к участию заявлено около 120 кошек и 80 собак. Гостей также ожидают маркет самарских производителей, аниматоры, творческие зоны для детей и взрослых и обязательные подарки для тех, кто нашел себе пушистого друга. Фестиваль будет работать 28 и 29 октября по адресу Мичурина, 23А. На этом у меня все. Выбирайте то, что больше по душе, и отправляйтесь отдыхать. Всего вам самого доброго. Увидимся на следующей неделе.